что, друзья, всем привет! Сегодня команда Beer Family Team посещает самый большой фестиваль крафтовой индустрии Craft Depot. Сегодня мы посмотрим все самые выдающиеся стойки пивоварения, попробуем новый стартап, подчеркнем что-то новое для себя и, конечно же, друзья, обо всем вам расскажем в нашем дайджесте. Смотрите новый выпуск Beer Family TV. Поехали! It's been coming on a long, long time. Like a fever raging inside. Can't you see I'm working overtime? Yeah. Ну что, друзья, по последним данным, которые нам удалось узнать, сегодня здесь на Craft Depot представлено 102 пивоварни крафтовые из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа и многих-многих других городов России. Поэтому мы будем пробовать всего понемножку. Директор по развитию компании Beer Family Project Наталья Мичина. Наталья, здравствуйте! Приветствую! Как вам фестиваль? Конечно, мог бы быть помасштабнее, но так, в принципе, есть интересные пивоварни новые. Ага. Какие впечатления ждете от новых сортов и вообще от пивоварен на фестивале? В первую очередь жду качества и отсутствие расстройства желудка после фестиваля. Yeah!